Итак, всем снова привет, снова я, и снова обучение. Решил сегодня закончить все обучающие видео почти, хотя бы заснять их. А выложишь потом, выложу вот такой вот. Значит, прицеп и тягач. Будем учиться сегодня на нем работать. Ну чё, поехали, садимся. Нас идёт. Или отпустите жить. Так надо сегодня. Теперь наша задача. Да, отпустил. Так. Брали. Давайте-ка я камеру поудобнее. Она была смотрит. Работа завели. Черт, не так поехал. Все пока получается. Играем с ним. Это, конечно, не видит, получается парковать. Дальше мы уж надо бы не сдал. Что-то еще. Учти. А теперь не его. Значит, там туда обзакончить. Не скоромните его еще. Меняем камеру на нашу удобную. Да, что-то какой-то вообще маленький урок получился. И я не знаю, даже пишется или нет. Но если пишется. Так, ну ладно. Молодцы, закончили этот урок. Ну, молодцы. О, это было. Все вышло. Ладно, все, вышло не с первого раза. Ну ладно. Будем тренировать, что было с первого раза. Всем счастливо, всем пока. Хорошо бы это видео записал еще, конечно. Такой вот прицеп, тягач. Сейчас мы это все расцепим, да, угоним на базу.
Всем счастливо, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх и так далее. Комментируйте, делитесь со своими друзьями, вступайте в группу ВКонтакте и так далее. Всем счастливо, всем пока.